Знание, которым я собираюсь поделиться с вами, я познал сам. Вы будете моими первыми учениками на моем пути. Ты очень добр. Неведение порождает страдания и непонимание. Жадность, гнев, гордость, ложное видение, зависть и страх. Все это от незнания. Иллюзия сбивает нас с пути. У нее двойственная природа. Держитесь в середине, не сходите с пути. Пусть двойственная природа иллюзии не затуманивает ваш разум. Держитесь в середине. Когда мы понимаем двойственную природу иллюзии, все страдания и беспокойство уходят. Тогда в нас рождаются любовь и счастье. Это одно и то же. Поняв это, мы не сможем ненавидеть даже того, кто жесток по отношению к нам. Мы пытаемся изменить человека с помощью полученных нами знаний. Когда нам открывается знание, мы понимаем, что наша главная цель – это милосердие. Мысли отвлекают нас от медитации. Наш ум разместил истину посередине между субъектом и объектом, разделил вас и других. Это и есть одно из заблуждений. Эмоции овладели человечеством. Алчность и чревоугодие также мешают нам в нашем пути. С детства и до старости мы боимся болезни и смерти. Мы строим стену невежества, которая становится все выше и выше. Нужно избавиться от иллюзии, которая застилает наш взор. Порвав ее оковы, мы выйдем из клетки и станем жить свободно. К нам придут мудрость, знания и покой. Вот четыре благородные истины. Первое. Страдание сопровождает человека от рождения и до смерти. Вторая. Причина страданий – это желание, которым нет конца. Это привязанность к вещам. Все это разрушает нас. Третье. Чтобы достичь просветления, пробудите свой ум. Сконцентрируйтесь на себе. Ни горе, ни радость не должны вам мешать. Только в гармонии с собой – путь к просветлению. Четвертое. Есть путь, ведущий к истине и избавлению от страдания. Что это за путь? Это восьмеричный путь. И это правильное воззрение, правильное намерение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное памятование и правильное сосредоточение. Я Будда. Буддхам шараṇам гаччами.
я Дхарма. Dhammam sharanam gacchami. Истина, которая открылась мне, поведет человечество по пути освобождения. Sangham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami.